Возможно, листовки до сих пор никто не убрал, ведь в разных округах города до сих пор можно увидеть мешки с мусором, собранным во время субботника, а он, напомню, прошел 10 дней назад. Эксперты утверждают, склады пакетов с сухой травой и уличным мусором вывести из города раньше, чем через несколько недель, а может и месяцев, не удастся. У городских коммунальных служб не хватает техники, а управляющие компании вовсе не обязаны это делать. Между тем, набитый мусором пакет уже рвутся от порывов ветра, а собранные опавшие листья и бумага разлетаются по округе. Если в советские годы каждое транспортное предприятие давало свободную технику, а иногда и не свободную, но выходной день, и, так говорится, всем миром вывозили, да, то сейчас лишней техники никто не держит. У коммерсантов она зарабатывает деньги, поэтому свободных единиц не найдешь. А те коммерсанты, которые занимаются вывозом мусора, она у них в первую очередь этот мусор и возит. Поэтому она тоже не свободна.